Не идется и не едется, потому что гололедится. Но зато отлично падается, почему никто не радуется. Как ты думаешь, в каком виде спорта эта кричалка поможет нашей сборной? Она вообще не помогает. Папа ругается. А мама как ругается? Или ходить в школу? Обязательно. Ну вот зачем? Если бы тебя, например, спросят там... Например, Вася, сколько будет 2 плюс 2? Он скажет, наверное, где-то 15. А 15? Нет. 15 – это 10 плюс 5. А 2 плюс 2 сколько? 4. А 2 плюс 7? 10. Скорее. Я шучу, 7. Ну, конечно же, не 7, 9. Я приехал из Москвы, улица Винокурова, 9. Академический район. Код домофона? Код домофона 66К95-18. Посиди недолго здесь, я сейчас скажу. Сейчас. А деньги дома остались, да? Деньги! У нас только российские рубли и пластиковые российские. Нормально, мне и подойдет. Ты скажи, вот я вхожу в квартиру, где они, деньги-то? Где-где? В кошельке. Папиным, маминым. А кошелек где? А кошелек где? Где они их хранят? Скажи, а ты не знаешь, вот нет ли какой-то отдельной суммы денег, которую папа отдельно от мамы хранит? То есть мамины деньги у него? Как вариант. Слушай, мам, тут такой вопрос, что импортирует Индия в нашу страну? Совсем за лето отупел, да? Ну что я пью каждое утро? Рассол, что ли? Какое-нибудь стихотворение Александра Сергеевича Пушкина? Да. Пожалуйста. У лукоморья дуб зеленый, подруга дней моих суровых. Голубка... Так. Папа, я тут подумал, я уже очень взрослый и могу жить один. Ты правду говоришь? Да. Ты справишься? Да. Ну, молодец, я тебя поздравляю. Спасибо, ваши вещи с мамой стоят у двери. В смысле? Справедливо, что женщинам можно краситься, а мужчинам нельзя. Вот это справедливо? Ну, справедливо, ну, не совсем справедливо, но справедливо. Скажи мне, а в твоей семье много национальностей? Одна. Какая? Наша. Уточнишь, какая именно? Русичи. Точно. Да. Наша. Мы русичи. Да.